В 2004 году в Государственном академическом театре оперы и балета имени Абая состоялась премьера оперы «Аблайхан» композитора, народного артиста СССР, профессора Еркегали Рахмадиева. В 1819 году открылся музей Прадо в Мадриде. Первоначально он именовался Королевским музеем науки и искусства, в коллекции которого насчитывалось 311 картин. В 1929 году, 19 ноября, родился журналист, ученый, заслуженный деятель культуры Казахстана, лауреат премии Союза писателей Казахстана Сапар Байжанов. В 1922 году, 19 ноября, родился советский лингвист, расшифровавший письмена майя, Кнорозов Юрий Валентинович. В 1950 году родилась казахстанская художница, художник-постановщик мультипликационных и художественных фильмов Раушан Мамбекова.